Машина, которая едет без водителя, это не изобретение из области фантастики, а реальная разработка запорожских конструкторов. Группа ученых создала уникальный беспилотник для автомобилей. Проект запустили около 3 месяцев назад. На разработку самого дистанционного управления активисты потратили 12 тысяч евро. Руководить автомобилем можно с помощью планшета на расстоянии 300 метров, рассказывают разработчики. Уточняют, программа работает с помощью Wi-Fi, однако машина сможет ездить и без него. Достаточно включить автоматизированное управление. Такой беспилотник активисты разработали для военных целей, рассказывают конструкторы. Добавляют, устройство универсально, его можно установить на любую машину, от обычной легковушки до комбайна. У нас стоит цель создать полностью автоматизированную военную машину на базе рамного джипа, то есть со своим каркасом и со специальной броней, вот, которая будет защищать наши границы, вот, и также патрулировать. Ланос — это первый прототип. Второй прототип беспилотника — это на базе джипа. То есть мы учли все недоработки, все некоторые моменты технические, ну и сейчас это все внедряем в этот джип. Подробнее об уникальной разработке запорожских конструкторов смотрите в программе «Акценты недели» в субботу в 19:00.